Приветствую вас! Сегодня будет традиционный обзор по текущему каталогу номер 17. Это предновогодний каталог. И вы меня просили сделать новогодний макияж, как я его вижу. И сейчас меня тянет в такой модный тренд. Это розовая золотистая гамма. И я вам отдельно сниму сейчас видео и покажу в подробности, как его делаю. Но сегодня мы разберем какие-то продукты, которые есть в текущем каталоге, идут со скидкой. В семье у нас не принято дарить орифлеймовские подарки. Почему? Потому что это как-то все естественно. Мама заказала, и тут же все это с коробки достается. Супруг что-то берет, дочка. Вот. То есть для них приготовила я другие подарки. А вот для родственников, друзей, знакомых я что-то беру здесь. Давайте с вами посмотрим, что с этого каталога я заказала. И с чего мы начнем? Это последняя страница за 199 рублей. Легендарная тушь 5 в 1. Вы все ее знаете, ее свойства. И каждый год компания нам обновляет новую упаковочку. Отличие ее то, что здесь ультрачерный пигмент. И также хочу сразу обратить внимание на мой комплект из коллекции Norskin. Аура Агата. Серый агат, мне очень понравилось. Это колье можно носить как коротенькое, так и вытянутое. Смотрите на всю длину, то есть как вам больше будет понравиться, то есть закрепить его. Почему сейчас я делаю более короткий вариант, чтобы вы могли его видеть. Не хочу отдаляться от вас, хочу поближе к вам быть. Так смотрится при искусственном освещении. Смотрите, какое шикарное колечко. Поближе сережку показать. Как хоть я вам говорила, что коллекцию Norskin буду заказывать только в серебристом исполнении. Поняла, что когда увидела вот это вот колечко, и оно, как оно переливается при искусственном освещении, поняла, все, все, я хочу это кольцо. Также, ну, в принципе, классические серьги. И купила весь комплект. Мне он очень-очень понравился. Наверное, отдельно запишу обзор также про серый агат, что он обозначает. Вот, а так вы можете посмотреть, что мне не нравится в этом комплекте. Я несколько раз цепляла, и у меня снимаются серьги. Очень-очень просто, поэтому будьте с ними аккуратны. Сразу говорю, это мой честный обзор, честный отзыв. Я всегда говорю, что мне нравится, что мне не нравится в чем-то, но кольцо – это просто космос. И сзади меня вы видите практически подарок. Это подарок моей дочери, который я сразу подарю. Она прям ждет его. Халат для нас стоит 1000 рублей. Перед Новым годом я искала подарок дочери халат. И вот за такую цену хорошего качества я не нашла. Халат единорожка, серенький халатик, но он стоит намного-намного дороже. А вот этот она хочет на Новый год. Ну, я ей сразу его подарю, а другой халатик, который она хотела с мультяшным героем, уже попозже. Ее также порадуют такие новогодние тапочки Уги. 699 рублей они сейчас по акции. Размер до 39-го. 36-й, по-моему, 39-й. Она очень-очень ждет. Халат универсален. У него короткий рукав, 3/4. И его я планирую отдать дочери. Она у меня просила именно этот халатик. То есть до колена. Ну, я думаю, практически все его заказали. Что самое важное для нашей кожи? Это увлажнение, увлажнение и еще увлажнение. И сейчас компания Oriflame представляет вот такую увлажняющую тональную основу со скидкой 50%. Видите, у меня уже такой поюзанный флакончик, и на просвет ее больше, чем половина. Она мне нравится, я люблю разные эффекты, но на улицу, особенно начиная с осени, никогда не выхожу без тональной основы, потому что это как нижнее белье, это как шапка, когда вы наносите зимой. Вы же ухаживаете за вашей кожей, вы хотите же продлить молодость ее, поэтому тональная основа это обязательно должна быть. Следующая страница и ваш самый часто задаваемый вопрос, с каким оттенком помады я крашусь. Пыльная роза, нюдовый, и практически у меня сейчас идет каждый день, то есть 90% я пользуюсь именно этой помадой. Внизу под видео будет описание, где я делаю тестирование этой помады The One. Вот реально, мне она очень-очень нравится. Люблю ее запах, как лежит на губах, текстура классная. Заказала себе еще один оттенок.
бежевая роза. Что мне не нравится в карандашах Oriflame? Мне нужен более холодный подтон. Giordani Gold, вот тоже нюдовый, он один-единственный. Тоже спрашиваете, какой оттенок, то есть вот он больше подходит. Это я сильно его потерла, то есть под него я всегда делала. Он единственный нюдовый оттенок. Потом холоднее, чем вот этот вот. Такой карандаш стоит сейчас всего 199 рублей, грех не заказать. И в прошлом каталоге как-то пропустила, думаю, ну сколько можно мне помад, а вот в этот раз не сдержалась. Приобрела помаду «Холодная роза». Это матовая губная помада «Металлик». Причем идет «Металлик» такой розовый, красновато-розовый пигмент. Мне она понравилась. Каждый каталог я делаю новый макияж. Макияж месяца, макияж каталога. И когда я решила сделать розово-золотистый макияж, вы меня очень просили, ну сделай, 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 нам понравился макияж, я решила заказать эту помаду, потому что она как раз-таки будет хорошо актуальна именно как новогодний, когда идет мерцание. Потрясающе смотрится при искусственном освещении. И сейчас найдется скидка 60%, всего 339 рублей. Помада сегмента люкс, очень крутая, мягкая. Мне нравится вообще вся линейка Giordani, безумно ее люблю. Еще большая часть женщин в России — это больше лет, тип лета, это холодный тип, и поэтому нам подходят помады холодных оттенков. На любую помаду вы можете доложить вот этот темный оттенок. Самое интересное, что вот с этим подтоном становится любая помада для меня. Она более шикарная, роскошная. Ну, не знаю, мне она нравится больше именно с этим подтоном. Не оригинал, а вот так. Ну, это надо возиться, доносить оттенок еще. Ну, это минус. И вы знаете, мне вот этот оттенок нравится гораздо больше. Интереснее, да? Более глубокий, крутой оттенок получился. Такой действительно вечерний макияж. Фишка моего макияжа – это кремовые тени и просто румяна. Самые дешевые, обычные, обыкновенные румяшки от Colorbox, которые стоят сейчас со скидкой 199 рублей. И я вам уже показывала, и еще раз, наверное, покажу в макияже. Аналог. У меня закончились румяна от MAC, и даже я их просто уже убрала, и покупать не собираюсь, потому что они примерно такие же по текстуре, эти стоят 2000, это стоит 199, ну нам 160, по-моему, рублей, очень крутые, и с ними я делала макияж, сейчас ультра модный, и считается новый нюд, это розовые оттенки, когда они обязательно используются в макияже. Также, как рекомендую еще приобрести второй оттенок, потому что они гармонично дополняют, что вы дальше втушевываете, бежевый, коричневый, используете розовые румяна. Это сейчас тренд. Буду ругаться в компании Oriflame. Ну, нет. Нет почему-то розовых теней, розовой гаммы, розовых палеток. Я знаю, что в следующем году будут какие-то новинки, в том числе и Giordani. Я очень-очень хочу, чтобы компания что-то сделала такое. Но вот этот вот макияж в розовой гамме исполнен вот этими копеечными розовенькими румяшками. А также сейчас покажу кремовыми тенями. 199 рублей. Ребята, космический обалденный. Обалденные, качественные, крутые румяна. Они мне нравятся намного, намного, намного больше, чем вот эти. Не использую, а вот эти вот розовые, маленькие. У меня есть абсолютно все оттенки этих теней. Когда они только вышли, они настолько круто мне зашли, что я только ими и красила. Раньше в Oriflame не было праймера, и все свои, весь любой макияж я вот так вот делала на тени вот такие вот. Каждый практически день, и он нескончаем, этот продукт, и срок годности он у меня давным-давно истек. Еще в 11 месяц 16 года, но я до сих пор ковыряю, и у меня практически все оттенки, которые пойдут в мусорку. И пора, конечно же, их заменять на новые оттенки. И, ну вот, тоже
тоже вы видите, тоже, ну, нескончаемые, нескончаемые, сколько бы их ни красили вы, тоже 11-й, 16-й, то есть будет вот, на самом деле, у меня сейчас будет очень много косметики, косметика выбрасывать на мусорку, потому что каждый год перед Новым годом я рекомендую почистить все старые запасы, посмотреть, что у вас есть лишнее и выкинуть. И, конечно же, заменить на более качественные продукты, потому что это важно, прежде всего для вашей кожи. И я заказала точно такие же новенькие, они прямо такие вот и все, вот. Она кремовая текстура, она такая мягкая, и знаете, вот как водянистая. И самый-самый-самый популярный у меня оттенок, и вы видите, она вот прям кремовая еще, прям кремовая-кремовая. Он очень красивый, он очень шикарный, смотрится божественно. Следующий оттенок, который заказал, это розовое золото, прям еще такие нежненькие, свеженькие, прям. Давайте посмотрим. Оттенок розовое золото, и я его рекомендую использовать не только в качестве румян, но видите, он такой вот розовый, но также и потом сделаю макияж в качестве хайлайтера, в качестве базы. То есть сейчас тренд делать макияж, скульптурирование, чтобы оно было крутое. И этот продукт как раз-таки подойдет для ваших щечек, ваших скул. И с этой целью я его взяла. Буду экспериментировать, говорить, как использовать в качестве хайлайтера, то есть кремовые румяна. Следующий оттенок розовый, он у меня был. Тоже можно использовать в качестве румян кремовых. Такой, видите, розоватый оттенок. Следующий оттенок называется «Солнечная медь». И сейчас ультрамодные макияжи как раз-таки розово-красные, оранжевые оттенки в макияже. Тоже буду экспериментировать, смотреть и позже вам говорить об этих отзывах. Хочу сказать, что немножко капелька этого оранжевого у меня есть подмешан пигмент. Мне безумно нравится вот такое золото. Тоже, видите, расковыряла его. Очень, ну очень красиво смотрится этот оттенок. Очень-очень крутой. Такие как базовые оттенки. Компания Reflame делает специально такие оттенки среднепигментированные. Для чего? Для того, чтобы вы не переборщили, чтобы вы постепенно, степ-бай-степ, наслаивали оттенки и делали то, что вам нужно. Для визажистов же оттенки все более яркие, пигментированные, чтобы чик-чик-чик втушевать, быстро сделать, сложные, яркие. И это, как правило, макияж вечерний для фотосессии, для камер, а он должен быть более насыщен. Здесь оттенки более такие приглушенные, такие легкие, ну, в общем, для новичков, кто начинает делать макияж, и чтобы ничем не испортить. Не совсем большая, но скидка 459 рублей, аналог вы встретите в люксовых брендах, намного дороже, минимум в 3 раза, и он у меня уже закончился. Хорошо, что я покупала про запас. Также рекомендую матирующую пудру обязательно. 300 раз уже вам ее показывала, то, что идет со скидкой. Но вот вообще, честно говоря, вот когда мне кто-то говорит, ой, я не знаю, что заказать из каталога, фу, не знаю, ну вот ничего. А вот каждый каталог, листая, у меня что-то либо заканчивается, либо что-то я беру действительно про запас по крутым акциям. Да, вы зарегистрированы консультантом Reflame, вам еще ограниченная лимитка, есть распродажа на сайте. Это закрытая распродажа, постоянно обновляются там продукты, и вот я заказала себе с 70% скидкой. Очень люблю рассыпчатую пудру. Это у меня, наверное, уже третья пудра, которая заканчивается. Не знаю, будет ли она еще. Очень-очень ее люблю. Каждый каталог у меня есть какие-то ляпы, когда я спешу куда-то и заказываю те продукты, которые без скидки, просто перепутав код. Я заказала себе матирующую тональную основу. Буквально 2 или 3 дня назад я протянула себе эту тональную основу по полной стоимости. У меня она заканчивается, и я понимаю, что я про запас не заказала. Еще такой, блин, заканчивается моя любимка. Когда мне нужны вечерние макияжи, не дневной базовый, я использую ее. То есть, когда мне нужен крепкий, устойчивый макияж. Ну вот, притянула по полной стоимости. И да, если у вас какие-то косячки, что-то неправильно заказали, какой-то код продукта, то вы всегда можете с накладной потом сдать на склад. Эта цена пойдет на предоплату. Но я сдавать не буду, потому что реальная цена тонального крема, даже по полной стоимости, без скидки его можно купить, он офигенный. Конечно, если вы еще ни разу не пробовали серию Leo,
Я рекомендую вам приобрести. Продукт идет с 50% скидкой. Обожаю. Каждое мытье головы заканчивается процедурой, что я наношу на мои волосы. Либо это масло, либо вот у меня прям на туалетном столике лежит оно. Видите, насколько пользуюсь и одно, и второе. То есть без разницы. Не могу без этих масел. И расчесываю. Сейчас у меня нет никакой укладки, ничего. Вот как высушила волосы, сделала только макияж и все. Листаю следующей странички. Не нуждается в рекламе с 50% скидкой. Не знаю, сколько это мама мне попросила заказать ей. В этом каталоге потрясающая акция, грех которой не воспользоваться. Это любая сыворотка с потрясающей скидкой. Выбери то действие, которое тебе нужно. Либо это борьба против пигментации, либо борьба против морщин, либо на увлажнение, на регенерацию, на лифтинг. Разные сыворотки, разных сетей. А вообще, зачем сыворотка нужна? Дальше, когда вы будете наносить любой крем, эффективность его увеличивается минимум в 2, а то и в 3 раза. Почему? Потому что сыворотка — это как транспортное средство. Она берет ваш любимый крем, его берет в оболочку и глубоко внутрь его туда провозит. Кроме того, в сыворотке есть ухаживающие различные компоненты. Она более легкой текстуры. Ее не надо использовать вместо крема. Она идет как транспортное средство с бонусами, с какими-то компонентами. А дневной ночной крем предназначен, там другая формула. Дневной крем — это прежде всего защита, а ночной крем — это питание. И вот такая сыворотка, если добавить в нее питательные компоненты, она не сможет проникнуть глубоко. Поэтому это разные продукты, и они должны быть обязательно в вашем уходе. Мне сейчас стали постоянно звонить салоны красоты и предлагать бесплатные услуги по биоревитализации, по контурной пластике, скидки, эпиляцию и так далее. Сейчас с девчонками в директорском чате обсуждали, я говорю, девчонки, наверное, может быть, мне стыдно сказать, что в 38 лет свои я еще не пробовала такую процедуру, как биоревитализация, я не знаю, что это такое, какой это эффект, на что мне одна из директоров, Женя Горских, сказала, говорит, Ира, и не пробуй. Ничего этого не пробуй. Почему? Потому что тебя привыкли видеть такой, как ты есть, как можно при помощи уходовой косметики Oriflame выглядеть роскошно. То есть, если вы не ленитесь и делаете процедуру 2 минуты утром, 2 минуты вечером, используете различные масочки, вы будете примерно выглядеть, как Ирина Басюк, свои 38 лет. А если ты, говорит, будешь пользоваться различными косметическими процедурами, да, это мгновенный эффект, но это уже будет не то. Ну вот, и на самом деле я позвонила и отказалась от бесплатной услуги биоревитализации. Вот, да, ну раз мы уже заговорили об уходе, девчонки, новиночка следующего каталога, я вам показываю. Я, когда ее получила, ну вот прям еле-еле сдержалась, очень-очень хочу ее попробовать. В воскресенье у нас будет новогодний банкет, и эту масочку я обязательно несу перед мероприятием. Почему? Потому что любой макияж, который будете наносить на вот такую увлажняющую маску, он будет по-другому, ваша кожа расправится, морщинки тут же, это вот вообще, это действительно сказка. И когда я первый раз попробовала маску NovAge, маску тканью, я вообще думаю, боже мой, как я раньше жила без тканевых масок, и буквально ее только выпустили. И когда у нас была конференция в Японии, первое, что я сделала, это вот с такими бешеными глазами, я бегала по аптекам и скупала маски, тканевые маски, потому что я поняла, какой это потрясающий бомбический эффект, какая-то классная процедура, косметическая процедура у вас на дому. И я скупила очень много масок, я вам показывала, коллекция у меня вот такая вот траншея, я не знаю, там порядка 10 видов, если будет интересно, потом еще покажу отзывы свои, скажу, но честно, вот честно, положа руку на сердце, вам скажу, что я не получила такого эффекта и такого вау от тех масок, потому что они были бюджетные. Но я также купила еще дорогую маску, которая стоит намного дороже, чем NovAge. И от нее получила больше отрицательного эффекта. Почему? Потому что, когда я ее убрала,
она мне очень сильно пекла кожу. Да, это нормально, когда вы покалывание по щипам чувствуете, но когда это происходит, блин, целый день, под вечер остается какое-то липкое, какое-то вязкое, что-то непонятно, она маска с коллагеном была, но вот мне она не зашла. А это была очень дорогая маска, уже не помню, надо посмотреть, поднять чеки. В январе у нас запустятся новые три вида масочек. Это разглаживающая, укрепляющая и питательная маска. Это три маски. Стоить они будут 269 рублей. Я попробую и обязательно вам расскажу, какой эффект получила. Но я знаю, что это будет, уверена, что это будет вау-эффект. Я посмотрела на себя и забыла еще сказать о такой фишечке. Мои любимые запеченные тени Джордани. Вы использовать можете не только здесь как хайлайтер, но также обязательно на Новый год вам нужно выделить вот эти косточки. Будет красиво смотреться. Ну, также можете увеличить объем груди. Загуглите, как рисуется грудь. Также можете немножко плечики. Будет такая роскошная кожа. Ароматы, ароматы, ароматы. В этом каталоге просто бомбические скидки на ваши любимые ароматы. И всегда говорю, что мой самый любимый и самый устойчивый роскошный аромат – это Джордани Голд. И к этому аромату также я купила еще и дезодорант. То есть, если действительно мне надо на вечер, я всегда пользуюсь вот этим ароматом. А в качестве дневных ароматов компания меня завалила новинками. И тоже мне хочется попробовать, протестировать. И сейчас мой любимый аромат – это Джордани. Вот такой интенсив. Но минус этого аромата в том, что он не совсем устойчивый. Но он мне безумно-безумно нравится. Боже мой, как он мне нравится. Мы говорим об ароматах. Подразню вас в следующем каталоге. Будет такая туалетная водичка Glacier Fire. Когда я ее увидела, первое, что у меня мысль – это... Фаренгейт Диор. Фаренгейт. Быстрее смотреть, какие компоненты. Я знала, что это придет новинка, но я не знала, какие компоненты. Я смотрю, это черный лимон, теплая древесина, ледяная мята. И когда я загуглила, я увидела, что эти компоненты присутствуют. Но если мы сравниваем, конечно, с Фаренгейтом, там около 12 компонентов, и это в каком-то 1889 или 88 году был создан аромат. Это разные, да? А этот аромат, ребята, стоить будет всего лишь где-то 420 рублей на. Ну, ё-моё, такая акция. И муж тоже самое, как только пришел этот аромат, быстрее-быстрее нанес его и говорит: И он тут же побежал за ароматом Фаренгейт. Этот флакончик, маленький флакончик, который у него остался, это память, когда мы еще встречались лет 20 назад, я ему дарила, тогда не могла себе позволить полную размерку. И, конечно, да, сравнить, вот общие ноты есть, но Фаренгейт — это, конечно, Фаренгейт, тут ни с чем его не сравнить, это бомбический, просто сексуальный аромат, а вот этот аромат что-то берет общее начало, но это более в теплую ноту, а тот более искристый. Но вот как-то вот этот аромат интересный, понравился. Я думаю, что будет очень продаваем. И если вам нравится вот это направление Фаренгейта, но это опять же таки, это вот более легкий, стильный, молодежный такой вариант Фаренгейта, а тот больше уже классики идет, классический аромат. Его усовершенствовали ноты, но ё-моё! За такую-то цену 499 рублей. Для вашего любимого мужчины на Новый год я вам рекомендую заказать всю серию Novage. Этим же уже муж пользуется. Крем вокруг глаз. Я думаю, что он вам скажет спасибо. Потрясающая серия. К этой серии, если уже есть у вашего супруга, мой заглядывался вот на этот аппарат, да, то, что есть у нас. И в этом каталоге у нас идет насадка, сменные блоки специально для мужчин. И они немножко другого цвета выглядят, мне они понравились. Не вот такие, а вот щеточка какая-то, она темно-синяя.
Я спрашивала своего супруга, заказать ли ему. Он говорит, нет, потому что у нас был другой аппарат для очищения кожи. Он забрал его и говорит, все, мне его достаточно. Я люблю так шоркать, чтобы было много. Если у вас только один аппарат, конечно же, да, можно заказать отдельные смены щеточки. Если у вас, например, есть дети, есть сыновья, да, там более щетка жесткая, то, конечно же, обязательно рекомендую. Особенно подростки, у которых прыщи вылазят, жирная кожа, с любым очищающим средством, мальчикам, я думаю, что они будут рады, потому что мальчики очень хотят и облизываются на мамин аппарат для очищения. Стало уже доброй традицией каждый год заказывать новую скатерть. И в этом году тоже с 50% скидкой по бизнес-классу заказала. Ну, для хозяйки лишних скатертей никогда не бывает, тем более праздники, где-то пролито. Либо в запасе у вас всегда должна быть скатерть, чтобы вдруг к вам кто-то пришел в гости, либо какие-то праздники. Она стоит 1199 рублей, со скидкой 50% по бизнес-классу заказала, и еще минус 20% наш. Ну, в общем, получилась она мне в районе 500, наверное, рублей. Я считаю, это очень круто. Приятная она такая. Как же я хочу Новый год! Листая картинки, вижу, опять со скидкой идет эссенция. Если вы не заказали, то вы много потеряли. Эссенция – это тренд, это хит, это очень крутой аналог азиатского ухода с пребиотиками. Бомба. Вы можете посмотреть, у меня сделала видео, отзывы к этой эссенции. Все впищат, девчонки. Часто спрашивают, какой самый лучший крем для жирной кожи, если у вас убийственная жирнючая кожа. Для меня он уже не знаю какой, потрясающий, просто бомбический. И его я использую летом, когда у меня кожа просто жирный блин. Осенью, зимой, вот в этот период, я все-таки пользуюсь большей серией Novage, а это вот просто для меня космос. Но, ребят, на самом деле акции, скидок очень, ну очень много в каталогах. Вы можете подобрать такие наборы, как 399 рублей, это туалетная вода, это гель для душа, как для мальчика туалетная вода и пена. Листаю следующие странички, у нас пошла серия Wellness. И, ну, я очень ждала, когда будет новая обновленная упаковочка, а упаковочка пока идет все та же старая. Думаю, после Нового года ее перезапустят. Я вам сейчас не говорю презентацию о Wellness, о продукте. Одно скажу, что в моей команде за прошлый месяц товарооборот был около 11 миллионов по каталожным ценам, и где-то 3 миллиона из них это продукция Wellness. Да, кстати, ребята, я вам рассказываю, все время вы видите меня в качестве официального обозревателя, косметика. Вы мало смотрите о бизнесе, потому что это совершенно другое направление. У меня очень большая команда, большая структура, как я вам говорила, около 11 миллионов делается товарооборот. Это, ё-моё, просто на дисконтном потреблении. Просто на дисконтом, когда вы покупаете себе. Наша задача – это информировать покупателей, помогать им размещать заказы в интернет-магазине. Я рассказываю о том, что мне нравится. Я не занимаюсь продажами. Почему? Потому что люди любят продукцию компании Oriflame. Раз обратить внимание, что нам требуются, нужны вакансии менеджеров для работы в интернет-магазине для того, чтобы работать с клиентами, с покупателями. Но это будет отдельный разговор, поэтому в личку мне напишите, мы с вами обсудим подробнее. В каждом заказе я заказываю батончики Wellness. Это не дешевое удовольствие, но это правильное питание. Батончики всегда как перекус дочери, потому что у нее много сейчас идет занятий, соревнований, подготовки к соревнованиям, и поесть, ну, фастфуд какой-то дать ей нет. У нее всегда лежит в рюкзачке 1, 2, 3 батончика. Я уверена, что если она проголодалась, она быстренько перекусила с водичкой, и все. И она не бегает, не ест какие-то там пирожки и еще что. Мой любимый, найду, скажу, это шампунь-кондиционер для волос. Вот больше всего мне нравится, как работает вот эти два продукта. Доченька заказала такое мыло «Снежинка», и мне кажется, оно такое ощущение, что оно как двойное сделано. Интересно, запах
морской. И вот таких вот наборов, ну просто масса, море. Вот каталог шикарнейший. Я рекомендую вам его изучить, посмотреть. Просто бомба. Надеюсь, вам мой обзор был полезен. Вы видите, то есть у меня здесь полностью разгром на столе. Пришла моя дочка со школы. Сейчас она будет смотреть свои подарки. Маришка! Маришка, иди сюда. Я тебе кое-что заказала. Иди, что? Смотри. Смотри. Прикольно, спасибо. Ну-ка покажи, смотри, смотри, их распаковывай. Да, только со школы моя ученица пришла. А вот моя Маришка в халате, как он для нее. Покажись. Видите, даже на ребенка 146 у нее рост. Он подходит и длина рукава. В самый раз есть. Как тебе сам халатик? Мне халат очень понравился, я вам рекомендую его покупать. Даже так, да? Мягкий. Мягкий. Вот именно такой, да? Да. Почему? Подарок к Новому году? Да. Да? Да. Все? Красота. Ну вот и все, завершаю обзор по 17-му каталогу. Надеюсь, он был полезен для вас. Поздравляю вас с наступающим годом и прежде всего желаю вам исполнения самых ярких, самых амбициозных мечт. Будьте счастливы, успехов вам!